Фонд охраны труда – государственная организация, которая занимается важной задачей – обучает будущих специалистов охране труда на предприятии. Продолжается учеба. Это обучение по охране труда руководителей специалистов на Ленинского района. Вопросы обучения и вопросы воспитания по охране труда мы проводим с честью нашим маленьким дружным коллективом. Обучение длится 3 дня, не более 6 часов в день. Чтобы ученики лучше усваивали полученную информацию, были организованы бесплатные обеды в ближайшем кафе и небольшие кофе-паузы. В конце 3-го дня проводится экзамен. Ответы по билетам были заменены углубленной беседой. Обучение в организации, которая выпустила уже более 11 тысяч специалистов, стоит 3950 рублей. Руководители считают, что это необходимая плата. В некоторых других учебных таких центрах дешевле, чем у нас, допустим, обучение. Но они идут сюда, потому что знают, что здесь можно получить знания, а не только их просто получить эти корочки, которые можно купить, сами знаете, где угодно. Работа работой, но надо же когда-то и отдыхать, особенно если это праздник. Сегодня исполняется круглая дата, 20 лет фонду охраны труда Ленинского района. Поздравить сотрудников фонда охраны труда пришли люди, которые внесли свой вклад в развитие организации. За неоценимую помощь они были награждены почетными грамотами. Администрация Ленинского района тоже не осталась в стороне от мероприятия. Дорогие друзья, Анатолий Валентинович, от всей души с юбилеем вас. Я и уверен, что намеченные планы будут реализованы, и все у вас будет здорово. А планы на будущее грандиозные. К вопросам охраны труда, пожарной и электробезопасности хотят добавить промышленную безопасность. И, что не менее важно, начать обучение молодежи. Для этих целей будет открыта специальная ПТУ. Как говорят сотрудники фонда, охрана труда – это тоже труд. Поэтому у них никакой халтуры. Александр Шишов, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, «Видное ТВ».